Спортивный центр с универсальным игровым залом объявляется открытым! Спортивный комплекс в селе Богдарин-Баунтовского района появился благодаря концессионному соглашению. Здание полностью построили за счет инвестора, компании «Кардинал». Они вложили в этот проект 100 миллионов. Ну, потому что это вклад для детей, для развития района. А организация начинала свой бизнес здесь, у «Кардинал». И это как дань, скажем так, да, плата району за то, что он помог. В комплексе на 1400 квадратных метров есть большой волейбольный и тренажерный залы, а также отдельное помещение для боксеров. Сюда закупили новые ринги, боксерские груши и другое оборудование. Спортсмены очень ждали этого зала, потому что здесь уже все по-современному, все оборудовано. Оборудование вообще действительно классное. Это наша мечта была, осуществилась. И теперь, конечно, будем ждать результатов на больших соревнованиях. Все очень нравится. Много пространства, хорошее освещение, раздевалки классные. Нам всем понравилось. И на этом еще не все. В рамках своей рабочей поездки подарок баунтовцам сделал и глава Бурятии. Сертификат на 450 тысяч рублей для приобретения боксерского ринга. Да. Очень рады, так как физическое, спортивное здоровье очень влияет на нашу молодежь и на нас тоже, взрослых. То есть нам нужно тоже поддерживать свое тело в тонусе. И вообще всех призываю к спорту, к движению, потому что движение – это есть жизнь, спорт – есть жизнь. Кстати, спортивный комплекс строители передали в собственность администрации района. Компания «Кардинал» очень такая компания с высокой социальной ответственностью. Делают за свой счет, построили спортивный зал, решили о том, мы здесь работаем, мы здесь живем, хотим что-то хорошее сделать. Просто такой был душевный позыв, дорого это стоит, и в итоге вот построили такой спортзал почти 1400 квадратных метров. Мариам Восконян, Артур Звержевич, телекомпания АТВ, Баунтовский район.